На перекрестках увидите памятник погибшим полицейским. Говорю, здесь все русские поговорки, без жизни. Слева справа увидите частные дома на одной семье. Это лишняя крепость королевы. Сейчас она, это тоже является частным владением. Сейчас она закрыта. Только в этом году открывается, чтобы гайдер двери туда могла приходить. Она ходит туда и молиться. Молиться Богу Шиву, потому что там еще немцы храм Шива. И во время Шивратри она открывалась. Сейчас мы уже приехали к храм Бирла. Храм Бирла построен.